Привет, мои хорошие. Утренняя барахолочка. Пью кофеечек. Людей нету вообще. 7 утра. Сзади красивый вид. Видите? Море. Значит, ребята спрашивают постоянно по поводу конкуренции. Друзья мои, конкуренции не существует. Сколько товара перекупщики молодые не покупают на барахолке, вы себе не представляете. То есть здесь можно озолотиться. Каждый день можно тратить на барахолке от 1000 до 5000 за один выход. За один выход, представьте. Основные ошибки перекупщиков молодых. Неправильный выбор товара. Неумение его продавать. Нет финансирования. Товар зависает. Какой может быть, о какой мы конкуренции постоянно говорим? Мне вот недавно опять спрашивали, а ты не считаешь там каких-то своих конкурентов? Ребята, в этом бизнесе не существует конкуренции, ее нету, нету и быть не может. Потому что барахолка еще будет существовать не один век. У людей товара дома немереное количество, просто немерено. Сотни тысяч товаров, на которых можно заработать деньги. Тем более сейчас открыты границы, где мы продаем весь свой кэшбэк. Не сидите дома, а изучайте. Еще раз повторяю, ошибки начинающих перекупщиков. Покупают товар, который не могут продать, покупают дорогой товар, который зависает, нет оборотных средств, не изучают рынок. Вот основные моменты. И долго спят. Вот, наверное, 4-5 критериев основы неуспешного бизнеса. Сколько нужно для оборота, чтобы сидеть дома и зарабатывать кэш? Ну, я вывел такую хронологию, не менее 10 тысяч долларов. Это абсолютно нормальная сумма. Все, па-па!